привет, Зеки! И сегодня мы будем делать шоколадное мороженое. Открываем шоколадку и мелчим ее. Ну, ломаем на кусочки. Ломаем на кусочки. О, вкуснятина какая будет. Так, кидаем. Вот так. Теперь нам нужно ее растопить на водяной бане. Кидываем туда этот шоколад. Вот так крутим, чтобы у нас получилось. Мороженое растеклось по стеночкам стаканчика. Алька. Весь стаканчик должен покрыться, быть покрытым. У нас получилось мороженое. Теперь мы ставим в холодильник для застывания шоколада. Переложим это белое домашнее мороженое. Стаканчик с шоколадом. Наполняем его белым мороженым. Если вы не знаете, как мы сделали это белое мороженое, смотрите наш предыдущий ролик. Смещенного молока. Смотрите наш ролик. Предыдущий. Ссылку в описании. Ложим палочку. Вставляем нашу палочку и отправляем в морозилку для заморозки. Опять ложим. У нас осталось немного мороженого белого. Мы решили добавить черную смородину и сделать фруктовое мороженое. Да. Засыпаем смородину и начинаем блендером. У нас хватило нашего фруктового смородинного мороженого только на три формочки. На три формочки. Мы накрываем крышечками и, у нас и отправляем в морозилку на 8 часов. Потом покажем, что у нас получилось. Да, погнали. Дождались, когда мороженое застыло. Да, ребята, наше мороженое совершенно застыло. Я немножко уже не помогу. Теперь нам нужно просто-напросто снять эту бумажную. Стаканчик. Ой, очень красиво. Да, не очень. Мы мало шоколада положили. Наверное. Но все равно у нас получилось мороженое. Да, ребята? Такое, ребята, вот наше пятнистое мороженое у нас получилось. Видимо, мы недостаточно... Как зебра. Как зебра. Видимо, мы недостаточно много шоколада. Давайте попробуем. Давайте. Очень вкусно, ребята. Рекомендую. Надеяться, что другие наши мороженое получились лучше. Вы знаете, ребята, что мы этот ролик снимали 2 дня. Представляете, пока мороженое. Мы оставили мороженое на ночь, оно все никак не застыло. Вкуснятина, ребята, рекомендую. Вкусно? Очень вкусно. Но оно тоже получилось интересное. Такое пятнистое, шоколадно-белое. Вообще, шоколадно-белое. Попробуем еще ягодное, да? Эксперимент номер 2, ребята. Если вы помните, мы сделали второе мороженое. Да, из черной смородины. Достаем! Какое красивое мороженое фруктовое. А ну-ка. Такая вкуснотища, еще вкуснее белого. Ребята, это мороженое фруктовое из черной смородины. Получилось вкусно и очень полезно. Жень, какое вкуснее это? Да, оно вкуснее белого. Я уже не знаю, какое вкуснее. Мне кажется, белое вкуснее. Вкус. Ребята, пишите в комментариях, а вы делаете мороженое дома? Какое ваше любимое мороженое? Если вы сделали с прошлой части белое и вот это, то тогда вы напишите в комментариях, какое вам больше понравилось. Мне почему-то больше это нравится. Жене понравилось фруктовое. Ребята, всем пока-пока. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Всем пока-пока. Сейчас мы попробуем открыть второе мороженое. Ого! Оно получается лучше. Лучше, конечно. Вот что значит дать больше шоколада? Ага, ну чуть-чуть только. Мало. Ох, сколько много. Вы представляете? Все шоколадное. Да, второе мороженое. Покажи нам его, подними. Смотрите, полностью шоколадное. Ага, чуть-чуть только длинненькое. Вот это классно получилось. Красота.